Официальная церемония передачи автомобилей прошла с участием представителей краевой администрации и российского представительства бренда Genesis. Местом был выбран Сочи автодром, который считается самым современным автоспортивным комплексом Европы. Здесь ежегодно проводится Гран-при России Формулы-1. Машины были предоставлены компанией для организации транспортного обслуживания мероприятия. Сотрудничество с Сочинским форумом мы считаем отличной возможностью продемонстрировать всем нашим потенциальным покупателям достоинство автомобиля Genesis. Мы передаем 150 автомобилей для нужд Сочинского форума. Машины уже, вы видите, готовы. И мы уверены, что машина очень понравится всем участникам форума. Форум открывается в Сочи 29 сентября. Главной темой пленарного заседания станет развитие мировой экономики и перспективы инвестиционного и инновационного будущего России. Форум проводится ежегодно при поддержке правительства России и собирает около 9 тысяч участников.